Всем привет, продолжаем играть в ТЛД. Так, получается вторая серия за Рохан. Не понял. Что-то игра подзалагала. Значит, что вообще по заданию есть? Послание для Гримбальда. А, ну да, точно, я же взял это задание, теперь надо в Хорнбург отправиться. Поехали, заодно посмотрим, что из себя вообще Хельмова пать представляет. Вот и модификация. Так, ну давайте для начала я сдам задание, почему бы и нет. Но тут выглядит стадель. Так, Гримбальд. Не, Гримбальд, полководец, да. Хама передает вам сообщение. Отлично. Так, если поручения нет, никаких поручений у него не имеется. Значит, можно погулять, смотреть крепость. О, ну, что сказать? Ага, неплохо. Очень даже неплохо. Вы просто посмотрите на эту Хельмову пать. Канавка, все есть. Все как полагается. Так, тихо, не упасть бы с моста. Так, а что у нас в этой стороне? А, здесь просто тупик, да? Ну, как в фильме. Что еще сказать? Есть окошки. Есть спуск на стену. Так, а что касается... Ух, ё, нифига у вас тут подъем. Королевский страж, пехотинец. Вот, ведущий запасами есть. Отлично. Так, у меня ничего нету, ничего. Там вы мне, кстати, в комментариях писали, что, типа, если коня хромого поместить в инвентарь, то он вылечится со временем. Надо будет проверить. Да охренеть можно, я не знал такого, что такое есть. Ну, не факт, конечно, что в этом моде есть, но в некоторых, типа, бывает. 32-15. Блин, мне бы броню, но, зараза, денег нет. Так, а что у нас здесь? Надо будет по стене еще прогуляться, потом посмотреть. Тут какие-то текстуры странные немножко, но в целом... Это вот что такое? Хм, ладно. Но в целом как бы неплохо. Хельмова пать выглядит интересно. Так, Улфас тут какой-то стоит. Ты кто? О, не шуми так, пожалуйста, путник. И тебе добрый день, что-то не так? Но мой старый шлем сжимается с каждой минутой, и земля шатается. Земля, кажется, шатается так, будто я еду на непослушном мече. Не стоило мне пить столько эля прошлым вечером. Обычно я крепок супротив питья, но, наверное, тут мне подвернулась отвратительная урочи пойла. Я всадник Вестфолда. Они уехали без меня в долгий патруль к реке Изин. Я знаю, что их отвага будет достойна зеленого знамени, но я боюсь, что многие не вернутся. А, смотрите-ка, это компаньон. Да ладно, в этой игре еще и компаньоны есть. Ну, в смысле, в этой модификации. В игре-то они есть, да. Вот я... Опозоренный, озлобленный. Мой Эурет сейчас далеко отсюда, и навряд ли мне удастся нагнать или повстречать потом. Если, конечно, все орки и дикари не заполнят равнины. Вам случаем не нужен хороший роханский всадник? Давай. Так, отлично. Подожди, что? А, ладно, неважно.
Так, у Тана есть какие-то дела? Снабдить нас провиантом. 4 порции еды. Извини, у меня у самого сейчас беда с этим. Так, это что, мне компаньон? Нет. Видимо, что-то не получилось. То ли у меня репутации не хватает, то ли что. Ладно, не суть важно. Мне нужно дунландских воинов убивать. Можно еще Вестфолд посетить. Посмотреть, что у нас здесь. Это самое крайнее поселение к нашим врагам. Здесь, вероятно, очень опасно. Ну, такое стандартное роханское поселение. Охренеть, блин. Тут людей живет больше, чем в Гондоре. Как такое вообще возможно? Смотри, толпятся аж. Так, там. Есть работа. Да вы задолбали, у вас у всех проблемы. 3 порции еды. Этим еду принеси, тем принеси. А мне кто даст? Деор шлемодел. Так, понятно. Тут доспехи. Видимо, чешуйчатая броня одна из самых лучших. Северный легкий ламеляр. Такой себе. Не, я видел Геральдику очень неплохую. Вот я ее хотел бы, на самом деле. Так, а кто у вас здесь за припасы-то отвечает? Это прям интересно. Блин, сколько же вас здесь, а? Ладно, неважно. Погнали в замок, посмотрим, кто у нас здесь. А по-моему, здесь вообще никого. А, нет, кто-то стоит. О, Эомер. Эомер, полководец державы Рохан и правитель поселения Истемне, да. Поручение есть. Письма. Письмо надо передать Хаме. Отлично. Это нам по пути. Можно еще в Истемнет съездить. Ой, подожди-ка. Тут вон дунландцы. Что они там патрулируют? Иди сюда. Вон еще. Блин, тут уже обоз этих. Ну куда же ты бежишь? Сдавайся или умри. Как хочешь, готовься к смерти. Давай, конь-то у меня сейчас нормальный. Довольно быстрый, кстати говоря. Зараза. Ой-ой-ой-ой, охренеть. Жесть вообще. Но задание я выполнил. Часть врагов убегает с поля боя. До свидания. Вообще без шансов, блин. Но как в меня, блин, прилетела эта жесть. Зараза, а. Надо экипировку. Так, тут прокачались ребята. Молодцы, конечно. А задание кому надо сдать? Тональдбурга. Иди-ка сюда. Так, ну, по крайней мере, я жив. Я, по-моему, лицом вообще дротик поймал. Бывает. Но выжил. Да чтоб тебя, вы издеваетесь, что ли? Это что, какой-то прикол? Охренеть, вы видели вообще расстояние? Это что вообще, как это? Я в шоке, такого еще не было ни разу. За все время, что я играл в Mount & Blade. Блин, оглушили застрельщика. Застрельщик идиот, потому что. Он должен держаться в стороне. И стрелять с лука, он полез. А я просто так получил, потому что, ну... Потому что я секонд. Меня всегда как бы фокусят. Это нормально. Так, опытный всадник, конный копейщик. Воу. Ага. Отборный конный копейщик и потом роханский воин гвардии Брега. Нифига себе идет. Так, а здесь роханский воин гвардии Тенгеля. Охренеть.
О, какие ребята. Так, а здесь... А, вот они, кстати, ветки. Страж Медусельда, Роханский воин гвардии Фольквина, налетчик Рохана, Страж Хельмовой Пади, налетчик Фриалафа. Даже не знаю, кого качать из него. Так, ну, стражник, да, это то же самое. Так, прокачаем оруженосца еще. Так, а всадники вообще? Вот мне нужны будут еще роханские воины гвардии Орла. Звучит очень здорово. Ну да ладно, у меня отряд еще даже не полный. Где-то здесь еще были дунландцы. Так, у меня 10 пленных может быть, да? Значит, можно еще набить. Есть дунландцы, если найду. Что-то как-то пустовато. Тут же где-то бегал отрядец, разве нет? Ладно, поехали в Вестимнет. Так, давайте осмотрим поселение. Наверное, оно, да, оно ничем не отличается от остальных. Абсолютно ничем практически. С Рохана в каких-то переулках люди жмутся. Так, Танвис Темнета. И вам провиант нужен. 3 порции еды. Да задолбали, блин? Кто мне еды даст? А? Только просите, оружейник. Роханская броня Страух, как она выглядит мощно. Ну, тут 20 силы надо, чтобы ее купить. Так, и провизия, да? Допустим. А кто у нас в замке обитает? Вообще пусто. Может быть, тогда я здесь буду руководить? Ладно, давайте в Эдрас поедем. Нам нужно Хаме доложиться. Потому что письмо там... Подожди-ка. А ну-ка, иди-ка сюда. Сейчас я вам отомщу. Так, а можно мне, пожалуйста, не ловить дротик? Ладно. О, конный копейщик. Просто посмотрите, какая у него пика. Сразу видно, блин. Не то, что у меня ножик перочинный. Конный копейщик все-таки. Серьезные ребята. Угу. Состилил у меня. Но я его поранил, как бы, поэтому... Все нормально. Офигеть. 7 урона. И убил его при этом. Настолько мало хп у него было. Так, воин сюда, дунландский. Тебя сейчас в рабство продам. Так, привел несколько пленных. Вот можно на пленных зарабатывать. Хоть какие-то есть плюсы. Так, Эмер передает сообщение. Есть какая-то работа. Ага. В западный Асгилиад. Ну давай. Давай съездим в Гондор. Меня любят посылать в Гондор. Так, стоп. А что вообще Тан хочет? Да вы задолбались со своим провиантом. Нет у меня провианта. Не спрашивайте даже. У них тоже его нет. Ну, коней я не знаю... У вас есть провиант, вы просто не подозреваете об этом.
Так, отлично. Вы повышены до ранга Рохир, всадник Рохана. Рохирем, наверное, имеется в виду. Так, это все, конечно, хорошо. Тут кто-то сидит вообще в Вальдборге? Нет. Здесь никто не сидит. Вселенный Роханский Хауберг. Тоже неплохо выглядит. Роханское кавалерийское копье. Так, длина 208. Во. Это то, что мне надо. Это копье нафиг. Но оно только колет. Поэтому мне нужно что-то для ближнего боя. Быть может, булаву взять. 67. Не очень короткий. Ну, очень короткая, короче. 1900 стоит. Или я просто постараюсь... Не, но так нельзя. Давай что-нибудь... Понятно. Нет у меня денег, короче. Ну, значит, пока будем осторожнее просто вести себя. Знаю, что у меня только кавалерийская пика. А босс в Вестфольд. Давай. Ну, поехали. Прибыл гонец и сообщает вам, что теперь в качестве Рохир, всадник Рохана, вам дозволено приказывать... Да. Это я знаю. Поехали в Вестфольд. Сопроводим обоз, а потом уже в этот, в Гондор. Тихо, кто там? Это отряд наш. Так, а кто здесь сражается? Дунландцы-изгнанники против разведчиков Рохана. Они справятся и без меня. Так, что, может быть, вы... О, замечательно. Еще и уровень апнул. Так, прокачаю-ка я силы немножко. Здоровье надо. Древковое. Помогу тогда, раз они здесь не могут двоих бойцов уничтожить. Во, вот это я понимаю. Вот это уже называется копье. Вот это я понимаю. Кавалерийского удара, правда, нету, к сожалению, но... Какой-то очень странной, неведомой мне причине. Блин. Как я так пропустил их, а? Ну все, их зашибли просто. Как я их так пропустил? Ну ладно. О, просто на халяву взял себе пару пленников и металла. Недурно. Так, вот теперь надо точно куда-то в западный Асгилиад ехать. Поехали быстрее. Надеюсь, не наткнусь ни на кого. Замечательно. Так. Угу. Хама передает сообщение. Но у него задание брать не буду, само собой. Подожди-ка, что тут роханцев немножко это... Встретили в Мордоре не очень, да? Так, держите позицию, я поеду разберусь. С этим одним орком. Ну, давай, только ты и я. Свидание. Все по-честному. Как хорошо, когда копье нормальной длины. Все. Боевой дух повысился. Поехали в Истфальд.
Игра, давай вот без этого. Там целых 4 врага. Надо помочь срочно. Так, а где они? Блин, такая местность, конечно. Вижу. Ты тварь, что ли, блин? Капец. Убейте меня еще, блин. Надо нормально в местность их вывести. И спокойно заколоть. Свидание. Часть врагов убегает с поля боя. Да ты тварь, блин, ты чё делаешь? Стойте на месте, я разберусь. Ненавижу я этих лучников долбанных. Битва выиграна, в смысле? А, ну ладно. Выиграно так выиграно. Как скажете. Мне срочно нужна нормальная броня, но это не нормально. Потому что это бред, блин, какой-то. Мне просто по КД, блин, прилетает в меня и все. Любая стрела, любой дротик. Любое, что убьет меня. Почему так плохо в Рохане, а? С тем долбанным провиантом. Так, 635 у меня. Мне все-таки надо... Блин, или броню. А сколько у меня? Плюс 6. Может быть, щит купить просто и все. Вот, с щитом будет попроще, мне кажется. Так, стоп, мне же кузница нужна. Ну или что-то, куда я могу продать. Вот так лучше, мне кажется, намного. Подожди, подожди, что? А, их уже разбили, ладно. Так, заданий нету, поэтому в поиске. Можно, пожалуйста, не еду? Сопроводить босса в Вестфолл, давай. Сопроводим еще раз. Так, следуйте за мной. Опять же, тут такие боссы, блин, что это им надо меня сопровождать. А не наоборот. 301 я заплатил за всадников. Ну, вот такая вот цена, блин, крутых этих солдат. Ничего не поделаешь. Так, это мы сделали. Может быть, здесь у вас еще какие-то есть? Вестфолд, давай. Так, а что есть у Эомера? Если он все еще тут. А, Гримбальду доставить, давай. Так, Гримбальд у нас в Хорнбурге, понятно. Истфальд. Ух ты ж, елки-палки, а. Из одного конца Рохана в другой. Вон то бегаем, чтобы эти обозы сопровождать. Но куда деваться? Так, давай, немножко осталось. Не отставайте сильно. Не то чтобы здесь кто-то был, кто может вас ограбить, но...
Так, ну что, уже близко. Почему задание не засчитывается? Ну? Все, замечательно. 6-й уровень уже. Теперь поехали в Хельмоупать. Еще харизму можно взять, чтобы больше можно было нанимать бойцов. Я еще планирую немножко метательное оружие развивать. Так, есть работа в Вествальд. Обоз, давай. Что-то тут обозы любят просто капец как. Давай, 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 поехали. Все отлично. Так, теперь я предпочту все-таки задание Элмера сделать. 782 у меня. Я так думаю, что броня сейчас подъедет. Так, Гримбольд. Поручение есть ли? Нашел таких, которые не знают, с какого конца за меч браться. Им нужен кто-то, кто объявит им, что к чему. Объяснит. Ты известный воитель, не натренируешь ли моих или мне нескольких бойцов? Опытные всадники Роха на 6. Я предлагаю другой вариант, господин. Возьму 3 новобранцев и лично покажу им несколько приемов. Они, конечно, станут опытные всадники Рохана после этого, но для них в любом случае будет шагом вперед. Отличное предложение. Давайте начнем тренировку. Ага. Забавно. Ух, нифига. Чё трое на одного, а? Музыка, блин, из стандартного варбанда. Да какого чёрта, а? Покинуть арену. Так, и что? 6 опытные всадники Роха на 120 дней. Понятно. Блин, хреново. Это хреново. Что я с ними не справился. Вот здесь сразу видно, что сыровато, задание недоработано. Да идите в задницу со своим провиантом, вы задолбали, у вас других заданий нету, что ли? Ну серьезно, ну сколько можно уже? Провиант, 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 провиант. Что, на жрачке свет клином сошелся? Короче, Гримбольд начал что-то исполнять, непонятное задание давать. Я рассчитываю на то, что я его буду проваливать, это задание. Орочий форпост. Вот, разведка на орочьем форпосте. Вот это я понимаю. Задание так задание. Просто съездить и на халяву получить. Ехать, правда, далеко. Как это задание, интересно? Блин, его, наверное, нельзя отменить. Давайте я попробую отменить. Пусть Гримбольд пойдет в задницу. Я обучал 3 воинов. О, ты уже чем добился? Я обучал 3 воинов, один из них показал значительное улучшение своих боевых навыков. Можете забрать их обратно, теперь не готов к настоящим битвам. А, да, даже так? Офигеть. 320 очков снабжения я получил за то, что по роже поймал палкой один раз. Охренеть. Давай еще задание. Мы готовы, ступаем немедленно. Давай. Так, а что там с заданием? А, деревья. Нифига, такие еще задания есть. Я не знал. Защитите деревню. Охренеть. Защитить жителей. Я не знал, что такие задания есть. Я реально их не видел. Ого. Ну это реально прямо это. Какая-то более поздняя версия модификации. В отличие от тех, что я обычно играл.
блин, со своими щитами. Свидание. Но копье режет хорошо, то есть оно прям ваншотит. Урон что надо. Вообще орки Мордора здесь. Ну если с разгона. Если с места, то не особо. Варк. Все? Еще кто-то остался. А кто остался-то? Ладно, побежали. Блин, прикольно. Что такие задания есть. А, он бежит. А, там уже я понял. Ладно, неважно. Грабители разбитые. И задание выполнено. Некоторые бойцы готовы к повышению. Почему у меня 21 боец? А, я же этих... да, новобранцы там были. Опытный всадник возьмем. Хотя мне и копейщики нравятся. Они тоже довольно интересные. Так, 1100 у меня, да? Давайте сначала Гримбальду доложимся о том, что я обучил. Ой, вернее, сделал задание. Еще 200 очков снабжения. Так, наши разведчики. Достаточно двух пленных врагов. А, ну тут двух пленников просто привести. Это ерунда. У вас должно быть 7 воинов. Держава Рохан, всадник Рохана. Блин. Отправить на разведку воинов? Я не хочу этого делать. Извини, Эомер, нам придется ухудшить. Я думал просто форпост разведать. Немножко не то задание. Придется отказаться. Своих воинов я не буду посылать. Надо доспех себе подыскать. Боюсь, не смогу выполнить. Сорян. Поручений нет. Слишком много ты просишь. Надо было прочитать внимательнее и отказаться. Сбалансированные метательные топоры северян. Неплохо звучит, но мне сейчас они не по карману, эти топоры. Так, что у вас там опять провизия? А, Вистфальд, обоз опять, давай. У них обозы и провизия, больше ничего нет у Рохана, абсолютно. Ну, задания с деревнями попадаются иногда. Так, надо не забывать, что мне надо поймать пленных двух, привести. Где там мой босс? Вот он. Все. Все отлично. Плюс уровень. Можно ловкость взять. Владение оружием надо приобретать. Очень полезная тема. Метания у меня очень мало. Опять обоз, опять в Вестфальд. Не, ну пока предлагают, пока мы можем возить, почему бы и нет. Да просто халявные деньги. Так, только мне надо броню искать. Смотреть вообще, что есть. Так, кузница. Тут за 2200, за 4 есть. У меня 1500 уже, я могу себе позволить. Надо просто найти. Как насчет Альтбурга? Куда ты вот поехал? А зачем ты к реке? Ну дорога же есть. И нормальные маршруты. Зачем какие-то... дуги непонятные выписывать каждый раз. Есть вот такое. Отбалансированное роханское кавалерийское копье. 2200 стоит, офигеть. Укол 29 против моих 26. Королевская кузница.
Да здесь ничего такого нет. Блин, вот где-то хороший образец доспеха видел, но, к сожалению, что-то как-то... Не могу я пока его встретить нигде. Опа, нужна моя помощь. Вот и пленники сейчас подъедут. 23 против 23. Ну что, все честно. Я считаю, вполне себе. Давайте-ка, ребята, покажем этим гадам. Ну куда ж ты подрезаешь-то? Охренеть, там лошадь мне прошили. Просто насквозь дротиком. Калите их, калите и орков, и дунланцев. Свидание. Все? Вопросов больше нет. Конь, ты в порядке? Ну, бывает. Не смертельно. Так, одного застрельщика убили, но не из моего числа, поэтому не страшно. Вот, это хорошо. Денюшки, денюшки, денюшки. Опыт. Так, опытные копейщики. В принципе, мне нравятся эти опытные копейщики. Они очень здоровски смотрятся с этими копьями. Так, ну где там этот обоз? Ну, плюс 115. Еще и 700 опыта. Нету, нету доспехов здесь. 940. Так, можно сбагрить нормально. К сожалению, не вижу здесь ничего, что мне надо. Надо бы еще провизии подкупить. У меня, по-моему, сейчас уже 14, 6 и 13. Да, закончится. Скоро бойцам будет нечего есть. Поэтому запас крема, вяленое мясо возьмем. Роханская броня всадника. Мне на нее хватает, но это немножко не то, что я хотел. Поэтому мы еще посмотрим. Вот в Истемнет можно съездить. Я там крайне редко бываю. Вот. Крепкое роханское сюрко. Вот что-то вот такое мне нужно. 5700. Ага, то есть есть хорошие такие сюрко, да? Замечательно. Но надо 18 силы прокачать, иначе не смогу использовать. Значит, можно меч пока какой-нибудь. Или, быть может, что-то остальное. Не, я думаю, торопиться не буду. Надо начать с нагрудника все-таки. Надо просто периодически смотреть магазины. Кузницы. Есть роханский хауберг. Ого. Какие здесь шлема есть. Здорово. Обязательно возьмем. Что-то вот из этого. Обозы в Вестфольд. Давай, я вообще не удивлен. У вас тут только обозы и есть, по сути. Вот это вот я еще возьму. Это мне точно пригодится. Так. Да не Альтбург. А можно мне, пожалуйста, вот на этих, да, ребят, клацнуть? Поехали, доедем с ветерком. Все. Ваша остановка. Ага, отлично. Повышен до ранга... Скюльдбора, щитоносец Рохана. Вот так вот. Теперь я щитоносец Рохана. Ну, щит у меня есть, это правда. Надо силу качать. Тогда я смогу взять ту броню, которая мне нужна. Буду доволен.
Сгущающаяся тень наконец разразилась бурей, и орды зла начали свой поход на свободные народы. Короче, началась война. Стандартный сценарий. С кулаками на орков. Они их просто подавили. Так, это мы видели. Что дальше? Минас Тирит, белый город. Заставка здесь, по-моему, не отличается. Может быть, отличается в зависимости от стороны, за которую вы играете. То есть, за зло или за добро. Но сам факт того, что эти заставки есть, они вот так вот сделаны, это очень здорово. Да, это понятно. А скипнуть это, кстати, можно или нет? Нет, нельзя. Минас Морвол. Маловато армия, конечно. Можно было подлиннее сделать ее. Чтобы видно было, как она из города еще выходит. Так, ну вроде бы все. А, ну конечно же, тут Гэндальф. Получено задание, отправляйтесь к лидеру вашей фракции. Привет, Гэндальф. Кто ты? Ну там все то же самое, что было при Рохане. Поехали. Все то же самое, он говорит. Так, задание. Король Теодан. А ничего, что я еще не готов? Ничего, что у меня денег нет? Что вы слишком заняты? Передайте, что я скоро буду. Так, простой роханское сюрко. 3600. Блин, 18 силы надо, елки-палки. Ну, значит, качаем уровень. Не знаю, качаем силу. Какие у меня еще варианты есть? Так, есть поручение. Дикие тролли. Серьезно. Попали в засаду. Хочу, чтобы ты спас 4 пленников. Хорошо, это я сделаю. Эркербранд. Я поеду в Хорнбург. Давайте сразу я это сделаю, потому что потом нельзя будет от Теодана отойти. Донесение каждый раз, когда Рохан осаждает гарнизон. Да-да-да. Тут теперь эти гондорские, ой, изенгардские всякие дунландские отряды лазят. Так, я все еще работаю над заданием. Уж извиняй. Так, давай быстрее. Блин, 18 силы. Что же ты будешь делать-то, а? Подожди, а кто мне дал? Вон тут полурослик еще. Поручений нет. Это у нас Мэри. Тут просто с ним можно поговорить. Так, наконец ты прибыл. Да, все, я готов. Следуйте за армией, которую возглавляет король Теодан. Я пойду за тобой. Только если ты не будешь продолжать сидеть в Эдоросе. А вот все, вышел. У него армия по-особому выделяется с этим, с белым наездником.
Так, осаждает Вестфальд, да? Моухур из державы Изенгард. А, ты смотри, когда едет, он меч вытягивает вперед. Картинка, забавно. Оу. Иди-ка сюда. 26 против 21. Поехали, получается. Давайте в атаку. Сразу я один не попробулен. Против 20 изенгардских орков и уроков. За которых мы еще успеем поиграть, кстати. Потом еще живой, а? Не, ну у конниц, конечно, преимущество в силе. Враги дрогнули. Еще бы они не дрогнули. Новорожденный урок Хай оглушен. Так, оруженосца у меня только ранили. О, все. Пришла война, пришли деньги, пришло все. Блин, а я же ранил. Почему я не пленил? Ну ладно. Пусть будет так. Просто мне по заданию надо двух пленных. Поэтому как бы... Видимо, с орками никто не церемонится. Куда мы, в Вестфальд идем? Ух, ё. Блин, а их больше, походу. Охренеть, их реально больше. Но надо драться. Куда деваться-то? 281 против 350. У нас преимущество в количестве. В смысле, не в количестве, а в том, что мы в поле сражаемся. Блин, ну я без доспехов. Это просто капец. Может, все-таки пойти купить что-то? Хотя бы промежуточное, потому что 18 сил, это, блин, долго. Ладно, все, поехали. В атаку. Смотрите, сколько их. Мало кто уцелеет, но главное, чтобы я уцелел, чтобы мы победили. Так, бойцы, давайте за мной, короче, не торопимся. Тихо, не надо. 20 урона. А что, будете нападать, нет? Или мы просто топчемся на месте? Получаем урон от стрел. Ну там вот их всадники, да. У них и тролли есть. Что-то странное происходит. А, ну вот вроде пошли в атаку. Давайте в бой теперь. Главное в толпу не заезжать. Вот как я сейчас сделал, вот так не надо делать, нельзя. Блин, даже лог боя плохо себя чувствует. Выйди, блин! Зараза, а? 200 против 312. Дождите-ка. Давайте я загружусь. Я неправильно просто поступил. А еще лучше, знаете, что сделать. Так, давай-ка. Ну почему 18? Ну иди в задницу, блин. Какие 18? Дай мне броню нормальную, ну. 3 шестерки, понятно. Нет, мне надо все-таки что-то хотя бы это. Давай роханский хауберг какой-нибудь наденем. Раз, 1500. А, роханский меч. Деваться некуда. 2400. Что я еще здесь могу купить? 640 у меня есть. Перчатки кожаные. Такое себе. Шлем бы на самом деле, но... Денег у меня не хватает на шлем.
Ладно, пойдет. Двести шестьдесят пять против 345. Так, ну вот так я себя получше уже чувствую. Но все равно задница, если честно. У меня еще меч есть. Хотя бы кольчуга, а не долбаная рубашка. Надо постараться здесь и победить. Блин, ну у них там тролли есть, судя по всему. Надо посмотреть. Хотя отсюда не видно. Да, вон они ходят. Два тролля есть. Зараза. Плохо. Так, ну что мы будем делать, а? Ваше Величество. Король Теоден, решайтесь. Если мы здесь сейчас не защитим Рохан, они сожгут Вестфальд просто, и все. И Рохан очень сильно ослабеет. Тогда у нас будет мало шансов выиграть. Блин, еще наездники на варгах напрягают. Сколько у меня вообще бойцов? Вот это все мои, я так понял, да? Не самые опытные ребята. Блин, вот что с троллями делать? Не, в принципе, их можно с помощью копья довольно быстро забить, этих троллей. Например, тем же кавалерийским ударом, которого у меня нет. Они, кстати... Второй без дубины ходит. Странный какой-то. Давайте-ка немножко отступим. Главное просто в толпу орков не заехать. А выстегивать их по одному, по два. Так, поехали. Можно попробовать тролля снять. Меня зажали свои же всадники. Тихо. Уйди, блин. Куда ты бьешь? Боже, придурки. Да уйди ты нафиг отсюда. Капец. Понятно. Мешают собственные. На нафиг. Ой-ой-ой, красиво в голову залетело. Вонючему троллю. Плохо. Да осторожнее. Да зараза, идите в задницу, блин, а. О. Что-то это плохо выглядит. Это крайне плохо выглядит. Мы проиграли. Шесть убито, 13 ранено. Да вы охренели, блин. Ладно. Пусть будет так. Деваться некуда. Вон, там еще армия. Не-не-не-не-не, тут все. Этот бой проигран. Зараза. Мне еще конь нужен. Покрепче. Хочет поговорить с вами по поводу одной важной задачи. Он просит вас прибыть к ним как можно скорее. Да он разбит уже. Я не могу прибыть, Теоден. Или могу? Задание выполнено. Так, квесты. Он отступил. В чем дело, ты пропал из виду в сам... Да иди в задницу, я один остался живой. Хорошо, что вы пришли. Обучение войне.
Что-нибудь еще? Так, особый предмет. Карты Средиземья есть. Роханский бронированный скакун. Давай сюда его. Охренеть. Потратил все, что у меня было, но у меня теперь есть роханский бронированный скакун. Замечательно. Это вот как раз то, чего мне не хватало. Так, уходим. Мне нужны новобранцы. Здесь целых 11 добровольцев. Так, прощай. За 400 продаем. Но здесь как бы есть уже выбор. Блин, и здесь силы много надо. Так, а выбор чего? Кстати, броня 31, а тут 18. Да, нормальная такая разница. В принципе, шлем можно было бы взять, наверное, но тут все очень дорогие. Этот такой себе, его брать не буду. На самом деле, кого-нибудь, кто снабдит рудой или металлом, 6 штук, давай. Так, нет, пленных я не привел. Опытный пехотинец Рохана. Да мне бы вот этих вот ребят. Мне больше нравится. Отборный конный копейщик Рохана. Иди-ка сюда. Роханский воин гвардии Брега он качается. Следующий тир. Так, берем всадника. Нужен ли мне этот опытный пехотинец? Да, наверное, нет. Тот, кто не может скакать, он умирает в армии Рохана обычно. У меня очень мало денег осталось. Но зато я получил хорошего скакуна, и я уже этому рад. Так, надо вот здесь помочь. Что-то ребята не справляются. Может быть, получится кого-то оглушить? Я выполню задание Гамлинга или чего оно там? Гримбальда. Вот. У меня конь-то теперь крутой. Понял. Да вы задолбали, читеры, ну сколько можно уже, а? В голову мне опять прилетело, ну... Я не знаю, что не так с этой игрой. Почему? Почему мне в голову залетает постоянно? Это намек на то, чтобы взять шлем? Так, берем куски металла. Зараза, блин, а? Как же это уже бесит. Ладно, идем, отдаем этих двух пленных. Вернее, одного я сейчас заранее... Нет, подожди. Одного я отдам, самого дорогого, вот этого. Чтобы его не забрали по заданию. Здесь нет разницы, каких пленных привести. Так, я привел двух пленных, держи. 90 очков снабжения. Элмер уехал в Вестфальд. Давай. Сгоняем в Вестфальд. Так, а по заданию... куски металла. То есть просто куски металла, да? Вот эти вот получается. У меня их 3. Надо 6. Если, конечно, здесь я умер. А не поехал куда-нибудь. Да, он здесь. Так, сообщение, поручение. Хам уехал в Эдерос, давай. Я с радостью поеду в Эдерос, вообще без вопросов. Так, вот это вот я скину. Мне просто куски металла надо. Ну и поехали. 120 очков снабжения. А потратила 569. Охренеть, блин. С меня обдираловка какая-то, самая натуральная.
Блин, а здесь еще и никого нет. Вот он, Хама. Да стой ты, но. Что такое, Омеру передают сообщение. Мне надо повышать просто репутацию свою. Тогда будет все нормально. Так, Эркербранд. Может быть, он задание даст? А, Гамлинг уехал. Давай, и стемнет, так и стемнет. И стемнет. Вот он. Вообще без вопросов. Так, надо думланцев-изгнанников наказать. Блин, какая отвратительная карта. О, давай что-нибудь поприятнее. Мне опять сейчас в голову залетит, да? Да возьми меч, короче. Чтобы достать кого-то. Понял. И вообще не удивлен. Это уже дефолт, просто дефолт. Надо вонючий шлем какой-нибудь купить, блин, и все, это просто капец. Скакуна моего хотя бы не тронули. На том спасибо. Враги дрогнули. Да бейте их, блин, лес какой-то. Откуда он здесь вообще взялся? Мы в Рохане. Это не Фангорн. Смотри, в елке спрятался где-то. Кали, кали его, блин. Не дай ему уйти. На нафиг. Сантавелло. Он там орет, неважно. Да какого хрена конный копейщик убит? Два. Да вы охренели. Почему они умерли? Команды умирать не было, но... Блин. Походу, конные копейщики не так хороши, как я думал. Так, а куда мне там надо... А, ну это Гамлинг, да. Сейчас мы съездим в Истемнет, а потом в Хорнбург поедем. Одеваться некуда. А они сюда прям ехали, да? Зачем только? И зачем я это... брал задание, если они... Зачем он давал мне это задание, если и так сюда я он ехал? Так, боевой конь Эорла. Блин, классный, но верховая езда 4 нужна. Он еще более бронированный, чем мой. Роханская броня всадника. Так, нет, сначала надо сдать задание, связанное с металлом, а потом уже будем дальше смотреть. Надо, короче, наверное, обычных этих всадников штамповать и все. Так, 8 штук, давай. Заплатили 600 мне. Отлично. А, значит, остальное я могу потратить. 558 у вас есть. Так, ну мне надо уровень еще качать. А, ладно, немножко осталось. Что есть по заданиям? Тут, по-моему, никого не осталось уже, да? А боссов из тем нет. Давайте сопроводим обоз и закончим на этом серию. Ну, получается, поехали. Избавимся от этих изенгардских ребят. Надеюсь, мне опять в голову не залетит. Но, блин, там лучники снова. А, да? И попал. Просто без шансов вообще. Дайте мне хоть кого-то убить, ну. Вообще никого не успел, блин. Ладно, пойдет.
Спасибо за помощь. Еще кто-то прокачался. Давай всадников. Так, подожди, в Истим нет. А, я что-то подумал, Истфолд. Это немножко другое. А ну-ка, стой-ка. Иди-ка сюда. Да как я не могу... Блин, ну почему они быстрее? А, ну потому что там один человек. Как он один пятерых держит в плену? Как это вообще возможно? Да вы гоните. Нет, подожди, это нечестно. Это моя добыча была. Какого черта? Почему они, блин, убили их и, типа, я не смог никого освободить? Так не работает. Догони же ты их, ну. Да иди сюда, блин. Стой. Девятнадцать против одного. Лошадники на нас напали, лошадники. Ты один, Карл. Ну-ка, иди-ка сюда. Понравилось? Свидание. На кого отступить? Я уже убил его. Во! И освобождаем наших ребят из плена. Вот это я понимаю. Так, давай, босс, не отставай за мной. Нифига тут 24 врага. Да уйдите, блин, с дороги. Мы тут хана просто. Скотина. Хотел меня, блин, прошить. Своим луком дурацким. Все, без шансов. У меня потерь нет, поэтому пойдет. О, еще плюс уровень. Блин, ну это еще 4 уровня, чтобы надеть кольчугу, но это просто забей. Ладно, обучение надо взять хотя бы чуть-чуть. Так, освободите 4 союзных пленников. Я только троих освободил, я так понял. Потом придется еще одного, как минимум. И плюс еще одно задание. И на этом, я думаю, мы остановимся и продолжим тогда в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.